вещаем на слете посланцам из Вологды дружный привет! Вологда! Газы! Расправьте подбородки все. Расправить. Подбородки, затыкнитесь. Все нормально. Все, бегом марш! Стоп, там стол! Осторожно, стол! Подбородки, стоп, в центре! Наверное, была штыковая атака самая сложная. Мы там теряли бойцов. Некоторые из них до сих пор раненые, вот видите, носим. Но мы справимся и с ранеными бойцами. Все нормально. Дойдете ли вы до финиша? Дойдем и всех опередим. Удачи. Все, давайте. Пока. Провод аккуратней. Провод. Я впервые принимаю участие в такой интересной игре. И вместе с ребятами мы сегодня прошли все препятствия. И самое главное, что даже мне там было интересно. Мы несли потери, спасали наших боевых товарищей. Мы на каждом этапе в чем-то себя победили, узнали что-то новое. Сегодня активно показали себя девчонки. Они, как всегда, были немножко активнее парней, но парни зато носили сегодня нашего раненого в целую эстафету. Поэтому я считаю, что надо приезжать, надо встречаться и надо продолжать вологодской команде выступать на этом замечательном форуме. Как всегда, вологжане, как известные всей стране, бойцы показали выносливость, показали свою уверенность в победе. И самое главное, мы, как всегда, пришли первыми. Я бы поставил нашей команде оценку 5. Мне больше всех понравился этап со штык-атакой. Понравился тем, что можно было себя проявить и помочь бойцу раненому добраться до финиша. А мне наиболее запомнился этап «Связь». Там нужно было связаться с командиром в определенном месте, и он должен нам был передать свой шифр. В этой игре очень понравилась газовая атака, где мы одевали противогазы и бежали в палатку. Очень здорово было. Было все на самом деле очень здорово. Мы на самом деле окунулись в ту историческую атмосферу, и мы справились со всеми испытаниями, и понравилось все. Вообще замечательно все прошло, адреналин. Было очень славно. Славно, классно, классно. Молодежный форум «Ладога» – это форум Северо-Западного федерального округа. На этот форум мы уже направляем второй год подряд свою делегацию Вологодской области. Очень рады, что и в этом году наша делегация достаточно добрая, смелая, такая дружная. Их у нас 24 человека. Это, конечно, люди старше 18 лет, это требования форума, и младше 30. Молодежные лидеры различных направлений – это и студенческая, и работающая молодежь. Есть у нас действующие предприниматели, есть те люди, которые работают в науке. Из всех этих молодых людей связывает только одно – это стремление сделать вокруг себя действие, мир лучше, добрее, веселее. Это те люди, которые готовы не просто говорить о том, что надо менять, а готовы это делать.